Анонс итоги до выхода 6 серии турецкого сериала «Фальшивый монетчик». 6 серия сериала будет эфир 25 ноября. Ранее в сериале мы увидели, как Адем оказывается в непростой ситуации. Айша кладет перед ним две купюры и просит, чтобы мужчина ответил ей, настоящие они или же поддельные. Адем старается не показывать свои паники, однако ситуация так и норовит выйти из-под контроля. Когда он встречается с Карталом, то обвиняет брата в том, что он подсунул ему такое испытание. Между мужчинами происходит ссора, которая заканчивается тем, что Картал получает от брата по лицу. Джанан не способна выносить все то, что происходит в их семье. Она решает развестись с мужем. На суде Адем говорит, что его жена права, принимая такое решение. Для них и даже для самой Джанан такие слова Адема становятся самым настоящим шоком. 6 серия сериала будет в эфир 25 ноября. Если вам нравится сериал, ищите выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.